И ты тоже в самом рассвете сил. Думаю, ты хочешь съехать, как и Джинсу. Нет, но я хочу, чтобы ты съехала попозже. Побудь со мной еще немного. Я же сказала, что не съеду. Джинсу полон сил, а с тобой что не так? Ты против моей воли хочешь поступать? Тебе так кажется? Может, потому что я не веселюсь? Не веселишься? Капитан! Здравствуйте, госпожа. Так вот, с кем у нее мутки? С этим хмырем. Должно быть, Джинхи не раз ночевала в том доме. Ну, дело в том... Конечно. Это же жилье для сотрудников. Значит, когда ты решишь съехать, можно и туда заселиться? Так не Чего выйдет. Я не... Почему нет? Она ведь может сэкономить. А жилье для всех сотрудников. Мам, я все продумала. Если я съеду туда, то придется жить с кем-то, а мне нужна независимость. Мне жаль. Ты в порядке? Да. Капитан Ин. Да, госпожа. Браво. Она так говорит, потому что ты крутой. Правда? Все еще липко. Я за влажными салфетками. Я пойду с тобой. Тебе что-нибудь принести?